Однажды жил в Ахурама сидит герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и праздник, там веселились молод и стар. Но портил общую картину, творя полнейший беспредел. Правитель, эх, скотина, он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против, гореть при жизни не привык. Народ повел тирана против, и наступил тому кирдык. И все, и след его растаял, и кто бы знал о нем вообще, когда б не троица святая, Пьер, Агюстен и Бумарше. Судьба несчастного Тарара легла морщинкой на челе, банкет на деньги с гонорара и вот либрет на столе. А там солье не друг сердешный, но лучше с ним не выпивать. Вот сочинил мотив прелестный, и свет стал опере внимать. И все, и свет ее растаял, да кто бы пел ее вообще, когда б не Пушкин, что оставил след на бумаге и в душе. Событий много было разных, кто с кем, когда и сколько пил, но помню вся Ахура Мазда, как Моцарт оперу хвалил. Века летели, как хотели, на то они есть века, но их ведет на самом деле поэта легкая рука. И вы, настроивши гитару, хлебнув шампанского с утра, мурлыча песню про Тарара. Тарарарара, тарарара, тарарара, тарарара.